Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, это Исаак, у него выделенка на приоритетной линии, это Том Клэнсис The Division 2. Собственно, так, это я очень долго, ой, как хорошо светло светит мне, создавал персонажа с помощью случайного редактора персонажа, и вот он создался, и вот такой вот он я. Собственно, я сейчас пойду воевать, и я следую за агентом Сандерсом, который меня позвал в самом начале, говорит, эй, агент, пиздуй сюда. И вот, собственно, я, как агент, главный агент, а вообще, в принципе, самый лучший спецагент, бегу за ней, не знаю почему. Никакой предыстории пока не было, застав их не было, ничего не было, но я знаю, что здесь кто-то с кем-то воюет, я видел какие-то трейлеры, и все тут, короче, было война, и все дела, играть можно одному и не одному, и на контрол почему-то перепрыгать, это очень не очень как-то странно, пробел, окей. Так, хорошо, а мне в кого стрелять-то? В машину? Без проблем, как бы, враги, где они? Я их не вижу. А что-то как-то тиховато мне или глуховато, или что у меня с этим? Непонятно с наушниками. Так, спокойно, вот враги вижу. Ах, ты ж падла, что меня засвечиваешь-то? Ну-ка, стой, стой. Ой, хорошо. Хедшот, подожди, в смысле? Спокойненько. Занимаю укрытие. Нужно подойти поближе, потому что как... Да ладно, в башку 158. Башку намертво надо убивать, алло. Что за это? Ты что там, блядь, в каске? Как бежать в соседнее укрытие? Спокойно, отойди, пожалуйста. Окей. По управлению пока ничего не понимаю. Хорошо. Куда пошел? Красиво. Так, еще враги, спокойно. Бляха, у него, походу, мешок на голове, короче, бронированный. Из свинца, по-любому. Оу! Ты что творишь-то, дурачок? Сбоку-то прям в меня заходишь, так нельзя. Пойду-ка я, наверное, по зданию погоню. А есть патрон какие-то подбирать, нет? Рывки от укрытия курина, находите укрытие. Наведите камеру в другое место, удерживайте. Окей, понял, все хорошо. Вот так вот, короче, раз и рывок. Можно сюда посмотреть? Вон туда погнул. Спокойно. Кто в кого гранату кидал? Я не понял. Пока с рывком, конечно, не очень удобно. Я лучше так побегаю. Спокойно. Да, блядь, какие, смотри, боевые пацаны. Ну-ка. Взорви, пожалуйста, эту канистру. Будет вообще весело. Вот так вот примерно, да. Так я и хотел. Да кто такой-то? Ой, как все задымлено. Я ничего не вижу. Чуть война, блядь. Спокойно. Ах, ты ж собака, вот так-то будешь знать. Да хорош, пацаны, хорош мне стрелять. Уходим назад, спокойно. Блин, они такие сливающиеся, короче, с интерьером. Ёбаный стелсер, чё? Кому? Блин, они реально, у них шапки бронированы, смотри, что делают. Кто это, реанимация? Ну-ка быстрее. Ех, блядь. Мне сейчас самому она потребуется, если будете так долго меня стрелять. Уйди! Хорошо. Почему они не прикрывают меня? Что за бред? Спокойно. Эй, меня сейчас замочат. Не замочат, не светят. Убили? Не должны. Не должны. Не должны были убить. Спокойно. Ну я спас их, я молодец. У меня очки, я блатной. Закройте! Проверьте, там никого нет! Кто-то на баррикады. И пусть кто-нибудь сообщит патрулям, чтобы были на чеку. Мы не всех гадов накрыли. Гадов здесь что-то реально прям много. Они что, опять решили атаковать? Ты как? Похоже, придется сменить дислокацию. Пошли, поможешь мне. Без проблем, пошли. Так, а можно мне в суть дела кратко вести? Чтобы защитить всех. Опять? Я бы реально был не против, если меня ввели в курс дела. Не может быть. Что такое? Тут, короче, какое-то послевоенное время, ну, типа, после вымышленно военное, по-моему, время. Тут кто-то с кем-то воюет, какие-то банды все захватывают. Это то, что я примерно помню из трейлеров. Не факт, что это правда, но и не факт, что это неправда. Я надеюсь, нам все это расскажут, надеюсь, нам все это покажут. Надеюсь, нам все это объяснят и введут, так сказать, в курс дела. Такие часы, кстати, у меня есть. Ха-ха, такие часы у меня от первой коллекционки остались. Они где-то, кстати, лежат. Сигнал бедствия. С координатами Вашингтона. Как это возможно? Вообще не понимаю, что там в Вашингтоне? Ложись! Все живы в укрытии! Кто-то останется. Нельзя бросить этих людей. Я... Что бы ни случилось, нужно действовать. Или всем конец. Иди. Окей. Я включил субтитр, чтобы вот эти кряхтяне тоже показывались. Иди! Я не знал, что это будет именно так. Я думал, что кряхтит, не будет написано, а будет написано, типа, там, взрыв, или кто-то что-то дополнительно говорит.
А вот кряхтит это не очень так хорошо. Надо будет выключить. Я думаю, в этом проблем не будет у нас сейчас. Зайду в меню, зайду в звук. Хотя это было в самом начале. Прикинь, игру запустила, а мне в самом начале предложили мы настроить субтитры. Мы как должное. Свежесваренный кофе по утру. Бесплатный Wi-Fi. Когда это у нас отняли, мы выжили. Когда пропала связь, встали поезда и отключился интернет, мы выжили. Но когда аптеки разграбили, а больницы закрылись, астма стала приговором. И уже нельзя было вызвать полицию. У вас было оружие? А я у вашего соседа? Не в курсе. Кто-то выжил. А вы? Мы вообще живучий вид. Это мы, да, мы такие, как тараканы. Когда общество развалилось, мы стали справляться сами. И теперь впервые за многие века наши желания совпали с реальными потребностями. Катастрофа сплотила человечество. Мы построили новые общины на обломках прежних. Мы приспособились. Мы выжили. Привыкли к новой жизни. Но есть те, кто ничего не строит. Ничего не создает. Гиены, нападающие на слабых. Они залили мир кровью. Но мы не одиноки. Горстка храбрецов встала на нашу защиту. Они объединяют нас. Ведь мы одна нация. Они наш щит и наш свет. Но если этот свет погаснет... Кто спасет нас? Другие придут. Так всегда. Одни уходят, другие приходят. Это же логично. Не может быть просто так, чтобы кто-то ушел и за него никто не пришел. Прошло 7 месяцев с начала эпидемии. Поговорка такая есть. Ты же в курсе, нет? Святое место пусто не бывает. Мы боимся зеленая трава. Это что такое? Но настоящая угроза. Она рядом. Что такое зеленая трава? Том Клэнсис, The Division 2. Профессиональный английский озвучка. От меня. А я типа один такой в Вашингтон двинул, да, на сигнал бедствия? Нихера себе, я смелый. Мне бы кого-нибудь найти, я не знаю, в подручные средства. Заходить за этот КПП строго запрещено. Если вам нужна еда, укрытие или медицинская помощь, обратитесь куда-то там. Совместно с... Откуда это субтитры? Музыка хороша. Музыка как в этом, знаешь? Ubisoft Reflections. Музыка такой синт-вейв, что-то типа того вот этого вот непонятного. Ubisoft Annecy. Ubisoft Lemmington. Ubisoft София. Это, наверное, имена авторов. Просто, чтобы у них у всех одна фамилия, они родственники. Ubisoft София, Ubisoft Lemmington. Ну такая вот у них фамилия, что ты говоришь, Ubisoft. Фамилии не выбираются, какой родился, такая и есть. София Ubisoft. Нормально звучит. Так вот, музыка хорошая, мне нравится такая музыка. В последнее время частенько стал ее слушать. Частенько пытаюсь ее где-то найти, она такая прям... Она такая, знаешь, типа ее поставил на фон, она тебя напрягает совершенно. Ты ее не особо замечаешь, но если бывает что-то такое в жаре, ты прям сидишь, музыка хорошо. Да, она прям везде тут. Даже не синт-вейв, наверное, а какое-то немножко другое. Это как это стиль называется, я хер его знает. В очень странных вещах или делах в сериале такая была музыка постоянно. Бросил на втором сезоне, не могу смотреть дальше. Все, первый сезон посмотрел еще более-менее, второй прям такая мутная муть, блять. Ничего не происходит, кругом месиво. Но мы не об этом. Мы в Том Клэнси The Division поехали. Так, отправляйтесь к лужайке Белого дома. Окей. Чтобы пистолет, нажмите 3. Окей. Операционная база атакована. Противник прорвался через южный периметр. Срочно нужна помощь. Внимание всем агентам. Срочно нужна помощь. Да я бегу. Так, нажмите гранату, чтобы бросить ее на Г. А можно отменить? Escape, правая кнопка. Хорошо. Так, какие у меня гранаты на Г есть? Г. А, держать, наверное, Г можно и выбирать гранаты, да? Ни хрена не понимаю. Ладно, разберемся попозже. Так,
Это типа я... А, пробел нужно держать. Нихуя себе у вас подарки большие. Пробел нужно держать, да? Да, нужно держать, окей. Блядь, запалили что ли? Не должны были. Я могу, в принципе, обойти по стелсу, могу, в принципе, наверное, всех расстрелять. Пробел нужно держать, пока бежишь. Бляха, хедшоты почему-то мои не срабатывают. Что за бред? Я же только по головам стреляю-то обычно. Я по-другому не умею. Вообще-то, в принципе, головы это мое. Я раз-раз-раз-раз-раз и все. В принципе, можно было по стелсу пробежать. Можно еще из пистолета пострелять. Типа, знаешь, такое для унижения совсем. Тут Новый год остался до сих пор. Такие ярмарки, короче, где-то я видел. Очень много, короче, елок. Что-то остается, там Дед Морозы всякие, там что-то происходит. Так, это кто-то говорит, это тот, кто защищает Белый дом, по идее, да? Ну нихуя себе, я в натуре стелсер. Тихо-тихо-тихо, блять! Ладно, все, окей, спокойно. Увидели? Нет, не увидели, нормально все. Бляха, хедшоты не срабатывают, это прям печально. На-ка нахуй. Ха! Красиво сейчас было. Красиво сейчас. В меня кидают гранату? Ебать, хорошо, окей, валим. Спокойно. А как вы видели, что я здесь, если я по стелсу ее кинул? Че врач-то они среагировали? Че, охренели, что ли? Так, спокойненько. У него еще одна граната есть? Серьезно? Я тебе дам, блядь. Так, ну, судя всего, гранату можно было подобрать. Спокойно. Выебал просто как-то, как пить дать. Слышишь, пробивайся вперед. Эти гады тебя не ждут. Окей, так, осмотреть. О, это броня! Конечно, возьму, ни хрена себе взять. Взять все. Взял все. Я надел ее? Инвентарь где-то мой есть? Так, вот мое снаряжение. Да, надел что-то, смотри-ка. Это можно заменить? А, она одна у меня, да? Все, понял. Без проблем, вообще хорошо. Игренку подобрал, красиво. Я получаю предмет, свитер, неотложная помощь. Отлично. Не, ну я сейчас как бы, я же суперагент, спецагент, сейчас сам один из них уделаю, без проблем, просто совершенно. Никаких проблем совершенно здесь не будет, я просто всех возьму и уделаю. Просто всех, секунду. Так, запись идет? Запись идется, хорошо. Запись нужно в чат не проверять, потому что если запись не пойдет, это все будет очень хуевенько. Запись должна... А чё это? Чё-то я неохота сюда идти, да чё-то зеленое, чё-то вонючее. Это газовая атака какая-то была? Новости приехали, так походу не пустили. А есть стелс, прям стелс. Прям, чтобы я, короче, всех выебал просто вот так вот, смотрите, раз. Красиво. Два. Замечательно. Ебать, чувак горит просто. Чувак горит, извини, чувак. Так, еще один остался вон там. Ну, кто бы можно было канистрами всех подбить? Я так и сделал, по идее. Опа, в укрытие, спокойно, тихо-тихо-тихо-тихо, с какой стороны бежит? Красиво сейчас было. Бля, вот это называется четко. Вот это называется молочек, стреляет прям по красоте. Всех усу... Я тебя застам, сука! Еще матом мне тут ругаться будешь, тварь, блядь! Сука! Я такие слова-то узнал, педрила, блядь, спокойно. Аккуратненько. Так, про гранатку брать. Туда он его. Туда он ему. На-ка, держи. Тебе пизда, чувак. Живой, дела, ладно, серьезно. Ну-ка, встал быстренько. Блядь. Главное, чтобы близко не подобрались, а то беда будет. Хорошо. Как же тебе гранат не взяла? Спокойно. Бежим. Ай-яй-яй. Хорошо, спокойно. Я надеюсь, броня не тратится, когда в меня стреляют, потому что, скорее всего, это тут должно быть. Я не хочу, чтобы меня... Меня намигает. Ваша броня серьезно повреждена, удержите вы, чтобы использовать боекомплект в основной броне. Окей. Бля, ебать ты дурачок, конечно. Нахуй ты... Хорош со всех сторон-то палить! Встай! Ишь ты, бля. С них со всех граната вылетает. Есть еще у меня гранаты? Есть. Красиво. Так, ну-ка вот так вот. Ха-ха, прям туда ему положил ее. Вот дурачок, бля. Она упала, короче, и провалилась дальше, да. Так, отлично, остался один, что ли? Не надо, я бегу спокойно, 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 перебежечками, аккуратненько. Используя боекомплект, я встаю, меня расстреливают. Это не очень хорошо. У меня два боекомплекта, я так понимаю, да? Потому что у меня он мигает цифра 2, ищет какой-то лечебный, спокойно. Сам такой, понял? Вы что, блядь, ругаетесь на меня сегодня весь день? Охуели, что совсем? Так, а это мои, судя по всему. Он сам все... Он сам все автоматом подбирает? Судя по всему, да. Так, ну это бабенка моя.
Эта бабенка меня спасала. Я не понял, они мне не помогали, судя по всему. Они мне реально просто не помогали. Я один все разрулил, я один всех убил, я один молодец. Они просто тупо смотрели, наверное, проверка была. Чтобы понять, короче, вообще способен я на что-то или нет. Может быть, я чужой. Может, не надо меня пускать. Может, я шпион ебаный. Сейчас зайду и всех расстреляю. Так, ну, конечно, нужно быть внимательными. Само собой. Типа, они были внимательными, давно все были мертвы. А я такой брутальный, я такой в очках, все охуенно. Ха-ха, монумент. Что монумент? Спокойно. А, монумент. Белый дом обнаружен. Интересно. Войдите в Белый дом. Ну, пойдемте, войдем. То есть на них нападали, они так сидели и ничего не делали? Молодцы. Говорите с координатором из отряда. Спасибо за помощь. Пожалуйста, пожалуйста. Координатору. Он наверху в голубой комнате. Сейчас, сейчас. Я помогу тебе с электроникой. Спасибо. С электроникой попозже поможешь, да? Давайте сначала квесты возьмем. Это все-таки идет какое-то обучение, нужно понять, что происходит вообще, чтобы понять, как это все работает. Ну, я не как-то это слишком, наверное. Типа, меня я такой зашел, меня все пустили. Вдруг я в натуре шпион. Это ты. Красавчик, да. С прибытием тебя. Спасибо. Я Мэнни, связист. У тебя, видимо, сработало оповещение. Да-да-да. Рад тебя видеть. Позволь, я тебе покажу, как все плохо. С тех пор, как ОТГ развалилась, в городе хозяйничают орды головорезов. Есть крупные группировки и мелкие шайки, которые подбирают за ними крохи. Несколько гражданских поселений пока сдерживают натиск. Но мы не можем толком им помочь, особенно с тех пор, как сеть спецотряда вырубилась. Это Келсо. Один из последних агентов в Вашингтоне. Находится в поселении Театр на важном задании. Тебе нужно пойти к ней. Если кто и знает, как запустить систему, это она. И заодно познакомься с местными жителями. Пусть порадуются, что в городе новый... Ой, я шериф, да? Нихуя повысили. Пришел, короче, обычным этим, кстати, который бегал, что-то там, команды выполнял. И поговори с интендантом. Он может обеспечить тебя особым снаряжением. Оно тебе понадобится. Без проблем. Был никчемным, стал, короче, шерифом. Хорош, красиво. Вот это повышение. Ну, всех освободил, молодец я. Здорово. Достань очки навыков, окей. Так, я что-то могу прокачать. Но навыки агента спецзаряда основаны на различных платформах, для каждой из которых предусмотрен ряд модулей. Всего в игре доступно 8 платформ навыков. Хорошо. Так, импульсы. Турели, улей, химустановка, щит, дрон, мина, светлячок. Я понял. Далее, окей. Вы получаете доступ к навыкам, завершая определенные основные операции. Платформа навыков можно открывать в любом порядке. Вы сами решаете, какой навык приобрести первым делом. У нас ты мне выделил вот этот, давай. Так, удерживайте F, чтобы получить доступ к платформе навыка, или вернитесь назад, чтобы вырыть другую платформу. Все понял. Импульс, выберите модуль. Сканер обнаружит соседних противников, подсвечивает их во время... Ой, хорошо, вот это очень полезная хуйня. Как бы видеть своего врага, это очень важно. При видении своего врага ты будешь готов к внезапным атакам, как минимум. Так, ну хорошо. Доступный навык помещается в инвентарь, где вы можете использовать и модифицировать. Навык, к которому только что получили доступ, автоматически назначен на Е. Хорошо. Получив доступ к новой платформе навыка, вы сможете изменять ее функциональность с помощью модулей. Для доступа к модулям навыков следует специальные технологии. Участвуют в соответствующих операциях, повышаются уровни, обыскивая определенные места. Понял. Понял. Так, на Е. Интендант. Преимущество. Это пассивный бонус, так или иначе повышающий характеристики вашего персонажа. Хорошо. Получение доступа к преимуществам. Получить доступ к преимуществам можно при помощи спецтехнологии. Делать это можно в любом порядке. Хорошо. Некоторые преимущества есть уровни улучшений, чтобы получить доступ. Окей. После активации преимущества его эффект срабатывает мгновенно. Получить преимущество навсегда остаются активны. Хорошо. Так, удерживайте F. Ячейка оружия. Дополнительная. Все понял. Дополнительная ячейка оружия. У меня не было другого варианта, просто мне дали ее по умолчанию. Чтобы раздобыть спецтехнологию, участвовать в операциях спецотряда, повышать свой уровень, обыскивать места, где хранятся контейнеры, все, я понял. Все теперь? Окей. Так, Е. На Е? Как это работает? Сначала надо куда-то выйти. Хорошо, это карта. Преступные группировки, действующие в Вашингтоне, базируются в укреплениях. После того, как вы ослабите группировки в ходе основных операций, можно будет нанести удар по укреплениям. Хорошо, раз, два и три. Гражданские ополчения базируются в поселениях. Поселения — это безопасные зоны, которые жители города организовали, чтобы поддерживать и защищать друг друга. Ближайшее к вам поселение — театр, располагается в восточной части города. В поселениях вам доступен ряд мероприятий, в том числе основные операции, побочные операции и проекты. Поговорите с жителями, последние выясните, что вы можете им помочь. Без проблем.
У тебя отбирается постоянно, ну это само собой, конечно, завершить обучение. Так, это я. Я должен как сюда идти? Просто типа пешком пойду, хорошо. Новая операция, найдите Одессу Сойер. Идти тебе придется через территорию гиен. Это злобные ублюдки, которые нападают на слабых и убивают ради забавы. А все, что нельзя унести с собой, они просто уничтожают. Но особенно меня это совершенно не пугает. Учились в театре. Нам необходима помощь поселений, но они ничего не смогут сделать, если все силы у них будут уходить на выживание. Постарайся хоть немного их разгрузить. Окей. Но помни, что наша задача — восстановить сеть спецотряда. Во многих регионах страны только на спецотряде все и держится. Но теперь большинство агентов оказалось в изоляции. Без поддержки они долго не протянут. Хорошо. Так, ясно, я применил свой навык. Он типа 100 минут... Ой, в смысле, 100 секунд восстановится. Что так долго-то? Я думал, восстановится быстро. Я типа прогуливался ближайших соперников. Так, вижу уже пацанов, все хорошо. Зелененький это наш. В тот, которого стреляет, это не наш, это логично. Потому что если наши стреляли в наших, нахуй, какие нам тут супертехнологии и прочие хуй. Так, пошел. Бля, второй уровень, чувак, серьезно. Ну вот, теперь я очень зол. Да ладно тебе, что ты там. Взять все. Тут еще может что-то разбирать. Лут собирать. Окей, иди сюда. Блять, какая долгая перезарядка. Внезапно. Не сейчас. Бляха, ну это бронежилет, это ладно. Но в голову что-то они не падают, меня это напрягает. Я же стреляю точно по головам, я вообще больше никого не стреляю. У меня, если есть цель, то сразу голова, все. Попадаю прям на раз туда. Доступен ячейка дополнительного оружия. Нажмите И, откройте меню инвентаря, секунду. И, меню инвентаря. Какое оружие? О-о-о-о! А у меня какой сейчас надет? Так, у меня надето вот это вот, армейский, я понял, все окей. Возьмем теперь вот эту хуйню. Отлично. Ну, это, типа, должна побыстрее стрелять, да? Побыстрее, но менее мощный. Давай. Это ему стрелять издалека, а это и пукалкой вблизи. Мобильное электронное устройство. Это где? Сейчас у меня восстановится навык, и я все быстренько... Запалю. Запалю всех, запалю быстро. Запалю, потом завалю. Даду театра и еще кого-нибудь там выпалю. Так, вижу пацанов. Вижу пацанов. Блять, в другом канистре. Вдруг они мне тоже попадут в нее. Куда ты полез? Зачем? Тихо, спокойно. Так, ну по идее, он перебежал вон туда, вон. Так, хорошо, они идут сюда. Патрулируют. Блять, я думал, он взорвется. Валим. Не надо, нахуй. Граната — это дело опасное, как ни крути. Я думал, это огнетушитель, не огнетушитель, я думал, взорвется сейчас. Он что, блядь, тихо. Спокойно. Укрытие. Ну так нечестно, их целая куча, я один. Ой, хорошо. Какой нихуя себе стрелок. Ой, хорошо. Во. Я в натуре, походу, дело тратится эти вот медкомплекты у них, которые на броню расходуются. Так, вижу бабеньку, спокойно. Я сейчас навык не буду принять на следующей битве. Сука, хоть раз в голову можно попасть сегодня, нет? Я все в голову попал. Просто не все долетело. Встань, пожалуйста. Так-то я стрелялся именно туда. Взять все. Ой, автомат взял, серьезно? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, смотри, как М. А, урон 138. ВМ магазин. Возьму его. Он типа получше. У меня это сродни глушаков, ничего нет, поэтому как бы я ничего особо не теряю. А вот больший урон мне, естественно, пригодится. Так, здесь пусто. Одни, короче, мародеры и упыри. Вижу еще. Серьезно? Да, это все мародеры. А, я их еще и помечать могу, красиво. Окей. Блять, как много их, ну-ка. Сейчас, смотри, подбегаю. Использую способность, и все красиво у меня. Хорош. По-моему, я чуть заложника не заебенил, это не так страшно, потому что он как бы не заебенился. Чё ты этот калаш как-то хуёво стреляет, хуже, чем мой пистолет. Вот беги, чувак. Или ты теперь за меня будешь? Вот и все, бля, вот эта пукалка в разы мощнее. Она типа второго уровня, поэтому, наверное, такая мощная. Куда вы ушли? Ага. Вижу одного, второй где? Второй куда ушел?
Куда второй-то ушел? Вернись. Опа. Ну, сука. Уйди сюда. Спокойно, дружище, спокойно, не надо. Даже не думай об этом. У тебя не было совершенно никаких шансов. Ни одного шанса у тебя не было. Но их было трое. Хотя одного я завалил, второй, наверное, убежал, третьего я подбил, второго опять завалил. Хорошо, без проблем. Не, ну это паука реально помощнее. Она прям здорово кроет. Мощнее, чем автомат. Ну-ка, подожди-ка, сколько у нее урона-то? А, такая у нее 175 урона, нихуя себе. Конечно, она будет мощнее. Тихо. Ой, ой-ой-ой. Спокойно. Еще один. Охраняет. Так, они сколько? По 3, по 4 стоят постоянно. Сейчас бы стелс какой-нибудь вообще был просто замечательно. Блять. Возможно, стелс будет какими-нибудь навыками. Потому что пока у меня ничего не появилось. Я был, в принципе, сзади него, я мог его спокойно расстрелять. Это, блять, спокойно. Ну-ка! Влазь давай, собака! А, блядь! Какая тварь! Ты не будешь вылазить, серьезно? Я тебе, блядь, дам, не буду вылазить. Вот и все. Зря ты туда полез, дружище. Зря ты туда полез. Не надо было туда лазить, ни в коем случае. Он просто взял и вышел. Вышел просто голышом на меня, говорит, на, стреляй. Я вот, пожалуйста, на высоте, то там внизу ты меня видишь, я тебя нет. Пожалуйста, стреляй. Ну и дура, блядь. Ну и дура, так нельзя было делать. Нельзя было так делать, дурачок. На самом деле идти довольно далеко. А есть карта-то у меня какая-то? Конечно, есть. А, нет, я уже пришел. Просто он показывает, как будто он еще, блядь, 7 километров до него. Я, по идее, могу же никого не стрелять. Охраняет. Раз, два, три. Трое всего? Нет, там еще один был. Хорошо. Так, они собрались все кучкой, значит, пора применять, знаешь, что? Пора применять вот это вот дело. На-ка. Но я за этим, как его, меня не убьешь здесь. Чё там, эффектор... Растерянности? Меня кто-то растерял? За что? Или это флешка какая-то была? Подожди, это же обычная граната. Она взорвалась за контейнером. Какая флешка? Я вообще не растерялся, я всех видел прекрасно. Никакой растерянности здесь совершенно не было. Так, еще что-то подобрал, спокойно. 400... Ебать, 401! Нихуя себе урон. Вот это, бляха, я понимаю, урон. Вот это серьезно уже. Вот это уже хоть как-то. А то знаете, по 100 там стреляет вообще ни о чем. У них хпшки, до хера я стреляю по 100. О, бля. Вот эта штука. Это совершенно другое дело. Совершенно другое дело. Надо еще перед театром, короче, парочку мародеров, чтобы здесь было. Я потестю на них дамаг. Это кто, спокойно? Ой, хорошо. Потестил на... Ну, ладно. Он специально для теста здесь был поставлен. Чтобы я затестил свою новую охуительную оружку. Где вы все? То целыми кучами, то ни одного. А-а-а, все вижу, смотри-ка, бегают, сучки. Раз, это свои. Сейчас посмотрим, возможно, хотя бы с этого хедшот будет с одного улетать. Еще один. Это свои. О, бля, не попал. Серьезно? Запалился. Сука, спокойно. Не, ну посерьезней, конечно, ебошит. А так и написано по 401, так и стреляет. Сколько есть 401, столько и стреляет. Окей, ну это понятно. Осталось выяснить, сколько у них хпшки всего. О, 600 в голову, нормально. То есть хедшоты все-таки работают. Но не так, как мне хотелось бы. Я просто привык, что если хедшот дал, то все. Ну, либо два удара. Да все нормально, чего вы паникуете, пацаны, все хорошо. Все идеально в этом месте. Я просто иду в театр. А где оно? Как оно значится? Опа, что это такое? Так, пропавшие пленники. Взять, послушать. А где пленники? Задолбался я с ними. Ты их выпустил? Не, не угадала. Твою мать, мы же их продать хотели. Убил. Ты приближаешься к театру. Главу этого поселения зовут Одесса Сойер. Лучше с ней не ссориться. Хорошо. Так, убей гранату. В какой момент? Где? Блять, пропустил что-то. Да сегодня нет ничего примечательного, что я могу пропустить. Здорово, пацаны! А, мне нужна Одесса Сойер.
Здрасте. Так спокойно меня все везде пускают, реально, надо шпиона заделаться. Я же буду самым желанным шпионом вообще в мире. У меня какое-то, то есть, влияние на людей, что ли, есть? Я могу спокойно зайти и спокойно к ним прийти. Заговорить с кем угодно, убить всех лидеров. Вообще, no problem просто. Я, да. А чё, мы еле идем по этим лестницам? Ебать, ты летаешь? Красиво. Это, походу, дело прокачу навык полета по лестницам, по-любому. Поселение Театр. Ну ок. Так, в вашем почтовом ящике предмета посетите тайник. Знать бы еще где он. Тайник-то он же тайный, как я его найду? Даже если это мой. Я должен был спрятать его так, чтобы никто не нашел. Иначе в этом тайнике никакого смысла не будет. Что с чем? Кто ты? Что-то сажают, что-то нюхают. Так, это зеленая гадость, да? Она же вас убивает, не ешьте ее. Вы же сами говорили, что это пиздец. Привет. Здорово. Все такие культурные, здороваются со мной, общаются. Разговаривают. Может быть, я известный человек? Может, меня все знают в лицо? Так, Одесса бухает, он бухашку не стоит. Пьянь. Если тебе нужна Келса, она ушла. А, ну тогда все, давай, пока, я пошел. Ебать, это мельник. Я бы женская пошла версия. С ней. Но я буду только мешать. Да, бухает, смотри. А что ты бухаешь? Какой у тебя толк вообще от пьяны тогда? У тебя забот выше крыши. Но эти гиены похитили мою дочь. Ради мести. Поможешь, буду тебе должна. Сколько? А долги я отдаю. А потом скажешь, что ты пьяный, ты хуйню сказала, и все, да? Я серьезно не понимаю, типа, если ты ничем не можешь помочь, ну что ты делаешь? Ну хуя бухать-то? Ты становишься еще беспомощней тогда. Так, новая операция. Отель Гранд Вашингтон. Хорошо. А я где? А я здесь. А я рядом. А, так это пару кварталов и все, и без проблем. Я свой тайник на карте увидел. Спасибо. Так, ну пойдемте в отель. Как бы не будем сейчас распыляться на дополнительные квесты и на прочие разговоры со всякими NPC-шками. Просто пойдем и спасем дочь. Сразу в долги. Опа. Тайник. Так, а что ноут мне? Где? Все везде по нулям написано. Так, это что такое? Контейнер опытного агента? Что это значит? О, да ладно. Так, надену новый бронежилет, хорошо. Навыки? Ой, у меня навыки, где, где? Сколько у меня очков? Сюда выбрось, все засуну. Это что такое? Или у меня нет навыков сейчас, я пока... А, сил навыка 0. Ой, не вижу, короче, ладно, пока не вижу. Пока не буду на это отвлекаться. Так, а что, письма? Доставка, подарки. Ну-ка, подарки. Нет, нихуя. А может быть и есть. Не хочу сильно отвлекаться сейчас на все это дело. В это дело нужно всматриваться. По-моему, я иду куда-то немножко не туда. Так, еще тайник, окей. Я смотрю по циферкам 00000, ничего нового здесь нет. В инвентаре вот что-то новое есть. Наколенники новые. Да, окей. А что они сами не надеваются? Надо как-то включить, чтобы они все, что лучше, надевалось само. Так, а я заблудился, между прочим. Я, между прочим, сильно заблудился, потому что я не могу отсюда выйти. Я хотел пойти в Вашингтон, в этот, в Гранд-отель, разъебать там всех и, соответственно, победить. Здесь я не проходил этого, я не помню, чтобы я сюда заходил. Давайте, короче, пойдем так, как мы шли. Смотрю. Так, все, вижу, вон это мимо травы проходил вот этот вид. Мимо зеленой гадости, у которой они фоткаются. Охуительно, да, она нас убивает, а вы около нее фоткаетесь. Здравствуйте, здравствуйте. Не, серьезно, походу, дело парень, я знаменитый, известный, потому что мне все знают в лицо. Я бы не сказал, что это хорошо, потому что агенты должны быть секретными, агенты должны быть неузнаваемыми, агенты должны быть, ну, как бы, не особо примечательными. А так меня все... Take what you need! Ну-ка, нихуя. А, для меня здесь ничего нет, я понял. Ну ладно, хуй с ним. Я думал, мне тут оружие, патроны, бронежилеты, всякие наколенники, наколотники, налокотники, наушники, все что угодно. Выпускай меня! Реально? Там все это время сидит чувак, который просто едет назад вперед. Так, патрули патрулируют. А что вы помечены-то все? Не, в Нью-Йорке я еще не был. Пока только к вам приехал, стал сразу шерифом. Шерифом сразу стал. Если я пойду в Нью-Йорк, наверное, я сразу стану президентом. Хули мне. Опачки. Блин, прыжки на контрол это очень неудобно.
Кнопочки. Агент запрашивает помощь. Какой агент? Я ничего не запрашивал, я сам совсем справляюсь. 70 метров осталось до отеля, если что. За мной вон написано, присмотрись. Я уже заметил весь интерфейс, я примерно замечаю все, что можно. Погнали. И, по-моему, он, короче говоря, вас вызывает агент Pay Division. Свободная игра. А, ну здесь типа кооперативчики, я же тебе говорил. Кооперативчики, что это такое? Отель Гранд Вашингтон, операция поселения театр, сюжет. Уровень противника 2, найти агентов. А, давайте выберу, окей. А уже выбрано. Подбор игроков. Нет, я один. Я один, пожалуйста. Пожалуйста, один. Я... Рядом с отелем Гранд Вашингтон. Ну что, погнали. Ёб твою мать! Двигайся к служебному входу с восточной стороны. Хорошо, восточный это здесь. Опа. Аккуратненько. Так, вижу пока троих. Давайте загуглим остальных. Так, до них доходит, да, моя вот эта вот прогуглинка? Обнаружена угроза 2. А, не доходит. Хорошо. Хорош, блядь, красиво. Ой, хорошо! 3 выстрела, все в цель, понял? Как уебу сейчас. Как уебу сейчас. Уебу сейчас, как говорю, ну. Ты понял? Я ни разу мимо не стрельнул. Нихуя себе, я черт, блядь. Ну, серьезно, ну как бы, в смысле. Это обычное явление, я все время таким... Все время таким занимаюсь. Ну просто пушку реально дали классную. Открывай. Она прям сносит с 2 патронов. Это охуительно. Так, пополнить боезапас. Хорошо. Все пополнил. Красиво. Кто-то прям специально мне так оставил. Воркшоп. Здесь это есть лагерь какой-то? В смысле, станок, прокачка. Воркшоп это у нас что? Это рабочий магазин. Перехвачена радиопередача. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Подъем! На нас напали! И похоже, они хитрят. Так, надо пометить всех. Ага. Заметили, что ли? Блять! Так, куда будем закинуть гранатку-то? Ага. Может быть, кого-то попаду. Должен попасть. Есть один, красиво. Один загорелся, нормально. Должен один загореться был. Кислотой одного ошпарило. На, нахуй. Блять, промахнулся раз. Ладно, не страшно. Ну тут уже мне помешают преграды просто. Он сейчас умрет там от кислоты, да. Мусяк-то какая. Бля, он реально помирает от кислоты, дурачок, нахуй. На. Во, какие прочные пошли. Некоторые уже даже с 3 патронов не убиваются. Всем бегом в холл. Что там такое? Черт, тут святой. Кто-кто? Кто-кто? Навоз гиен. Мерзкий тип. Надо убить этого говнюка. Навоз гиен? Что такое навоз гиен? Так, вот это получше будет. Возьму вот это. А вместо пистолета есть что-то получше? Не, вместо пистолета нихуя нет. Здесь тоже ничего нового нет, да? Окей, ладно. В смысле, что там было? Секунду. Я же все пометил. Что тебе? Я все посмотрел. Не отвлекай меня. Так, какой-то святой. Святой, типа, самый опасный, походу, дело. Ну, пока справляюсь совсем на ура, естественно. Потому что шутаны, как бы, это мое, а я в шутаны играю только так. Ну, ты понимаешь, если с 5 выстрелов я опять попадаю, то как бы это не просто так. Не просто слова. Ты подумал, что я тебе вру опять? Ни в коем случае. Никогда в жизни. Спокойно. Что-то и нет никого. Ну, они, походу, все внизу охраняли. Нет, кто-то есть. Спокойно. Так, зачистите холл. А мне бы, на самом деле, вот сюда вот быстренько зашмальнуть. А потом проверить. Блять, прячься. Очень, короче, недалеко действует эта херня. Очень недалеко. Сейчас всех так помечу тогда, ладно. Раз, два, три, четыре, пять. 5 человек. Допустим, этих 2 я могу убить гранатой. Так я, собственно, и сделаю. А та еще взорвется, окей. Блять, ну как-то надо... Как-то надо было сразу, что ли, в спину стрелять. Ой, бежим. Ничего страшного, нормально все. Ты сгорел там еще, нет? Я пустая, перезаряжаю. Выходи. Вот одна осталась, все, больше нет никого. А, нет, вон еще один сверху, ничего не страшно. Красиво. Блять, пули начали летать. Еще бегут! Твою мать. Это плохо. Да ну сдохни ты, ебаный в рот. Твою мать, сел за пулемет собака. Ты так в него еще не попадешь. Гранатка не ушла, хорошо. И есть по пяткам, нахуй. Попадание по пяткам зафиксировано.
Спокойно, красиво. Аккуратно. Приземлился к мертвым. Нормально. Опа, блядь! Так, это уже прошло мое здоровье. А, так можно и сидя лечиться? Серьезно? Что раньше сказали? Я думал, только стоя. А где твоя голова-то, ебаный рот? Где твоя голова-то, я спрашиваю? Один остался. Ну? Орушь. Блять, это ангел. Погнали, погнали. То есть она, главное, все об этом знает. Знает, кто где, знает, кто что, и сама не пошла. То, что, во-первых, она никак не может. Надо было здесь ебануть. А сама не может, а во-вторых, послать никого тоже не хочет. Я так понял. А, она очень сильно за своих переживает, бабенка. Так, это мне надето. А больше мне, по идее, ничего особо не надо здесь. Новые наколенники появились. Да, хорошо. Но как помечать оружие просмотренным? Какое новое? Так, его можно разбирать, смотри-ка, я уже заметил. Типа на какие-нибудь составляющие части... Я что-то поменял? На какие-то составляющие части, из которых можно будет потом что-нибудь крафтить. По-любому. Это прям 100%, это прям жопой чую. Потому что если можно разбирать, значит можно собирать какой-нибудь хлам. Какой-нибудь хлам можно собирать и использовать его в прокачке более адекватного и более хорошего оружия, которое ты носишь, которым ты пользуешься. Иначе в этом не было бы смысла в этом разборе. Что такое? Ты ебаный в рот, а? Как тут много, блядь. Красиво. А оружие нельзя чинить? Мне кажется, оно стало меньше дамажить. Опять патроны кончились. 300. Не, я не понимаю, он реально меньше дамажит. Подожди-ка. Давай зайдем в инвентарь. Посмотрим на оружие. Отметить модификации хлам. Нет, не, нельзя чинить. Ничего чинить нельзя. Хорош. Еще один, сука. Выходим! Просто иду просто на мужика. Просто яйца в кулак и пошел. Вот и все, нахуй. Какие еще могут быть варианты здесь? Никаких совершенно. Либо идешь на мужика, либо прячешься по укрытиям, как тряпка. Но я-то иду на мужика, у меня все положено. Все четко. Так, пойдите на крышу. Сейчас будет драка с ангелом на крыше. Ой, блядь, как много народу. Ёбаный вроде. Так, еще вот сюда вот, и всех помечаю сейчас быть к своей суперспособностью. Так, ладно, пометил не всех, но тоже неплохо. Пометил 4. 5. Кто пятый? Пятого не вижу. А, вон все вижу. Какие тут бегают просто с дубинками. Каких-то не, каким-то не хватило оружия. Бля, можно ее выкинуть обратно? Спокойно. Это меня не возьмет ни в коем случае. Есть. Еще где-то один вот здесь, вот вижу. Так, гренку возьмем. И заебеним к него. На-ка нахуй. А, так я не с того оружия стреляю. Я думаю, что за хуйня, блядь. Я стреляю со второго автомата. Бля, чё раньше не заметил? Так все хорошо шло. Во, 401, самое то. Вот ты, сука. Ну какой, смотри. Еще один здесь. Все красиво. Ага. Блять, подмога. Тихо. А, да кто такой-то? Я ж тебя убил вроде. Блять, какой инвентарь, ну день. Где-то граната пришла еще одна. Я же вроде, блядь, его убил. Не надо. Мне показалось, этого чувака я уже звонил, какого хуя. Ты это хуя? Я ведь смотрел туда. Я думал, там просто прикол. Оказывается, внутри кто-то есть. Я думал, мне показалось. Твою мать. Откуда? Спокойно. Один стрелять? Да ебаный в рот, откуда тут взялся-то? Ты посмотри, какой упертый. Ну? Нет, так не думал. Я поэтому вас убиваю, пацаны. Где логика, блядь? Спокойно. Все, отлично. Подожди, а фиолетовый это был не главный босс? Я думал, типа фиолетовый нужно мне убить. Нет? Так, все подобрал. Где я? Куда идти-то? А, вниз, блядь. Как-то странно на крышу идти вперед.
Вроде как я могу еще выше подняться, нет? Я подумал, что это и есть ангел, которого мне нужно убить. Оказывается, до конца крыши еще очень много времени. Ну, пойдем. Я нашла склад боеприпасов. Сейчас взорву его. Может быть, я сначала залутаюсь, потом ты его взорвешь. Ебаный в рот. Во, стелят нахуй. Так, ну это уже по мне, понятно. Хотя не факт, хотя не факт. Так, ладно, мне кажется, нужно просто пробежать. Причем довольно быстро надо это сделать, блядь, спокойно. Он сам, блядь, не понимает, куда он стреляет, если еще. Хорош. Тихо. Ебать, как в тире стою. То сюда, то туда. Красиво. Точно, точно, четко. Не шата, блядь, шатается как. Это не я шатался. Это взрослые, ой, взрослые крип взрывы шатались. Разве что надышалось асбестом. Взрыв тут много чего обрушил. Красиво. Не, ну я действую, конечно, по красоте. Я убиваю всех только в путь. Эта миссия закончится сегодня, нет? Ты понял? Оказывается, на крышу можно добраться... На крышу можно добраться на лифте. Это охуительно. На лифте это прям замечательно. Да ёб твою мать, это еще не лифт? Это еще не крыша? Почему не выходить? Мне нужно туда попасть. Ты мной тут не командуй. Я лифтам не подчиняюсь, понял? Лифт. Хорош. Ну, патронов оставляют, конечно, прям с душой. Воу, 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 воу! Как близко! Ебать, просто прям из ниоткуда нарисовался. Ну, я чисто мужика прям в шутан играю. Без укрытий. Здоровья, в принципе, много дают. Хилиться есть чем. Спокойно, вот где-то надо посидеть. Посидеть, подождать. Красиво. Ой, это не то. Хорош. Сгорел, что ли? Нет, блядь. Четко. Четко, все четко. Не будем долго сидеть. Просто делаем по красоте. Идем и делаем красиво. Идем и убиваем все, что можно убить. Ну вот и все, ты понял, как делается? Четко, нахуй. Никто даже не заметил, что меня здесь, что я здесь вообще был. Сказать никому нечего. И все, короче, убивают. Когда, какой высокий отель? Мне показалось, что пятиэтажный всего, нет? Жду поддержку. А, ты уже? Видишь его? Я не знаю его, но вижу большое скопление врагов. Сейчас сократим. Спокойно. Не надо. Хотел Гренку кинуть. Кати. Какой-то бронированный, блядь. Ой, сейчас что-то взорвется. Ай, ты, сука, перезаряд, какая не вовремя была. Хорош. Это дымовая, что ли? Ничего, блядь, непонятно. Не прицепляйся. Я реально думал, что синие, вот эти фиолетовые, это типа главный босс. Они, походу, просто бронированные какие-то. Но я прям как настоящий агент. Мне ничего не страшно. Я просто иду разъебываю всех. Чувак, ты умрешь сейчас. Да ладно! А, да, это, походу, дымовая. Была бы обычной гранатой, убил бы она его, эта граната, спокойно. Тут, блядь, целых 9 кругов ада нужно пройти, чтобы на крышу пройти. Очень высокая крыша. Что он там делает? Там сидит бабенка, которую я должен спасти. Наконец-то. Она, судя по всему, от кого-то обороняется. Внимание, нет зоны возрождения. А я не собирался погибать, вы чё? Какая нахуй зона зарождения? Так, пройти на крышу. Я на крыше. А все, пройти-то. Так, это моя, да? Окей. Аккуратно. Ноги не ломаем. Здорово. Рада тебе. К бою готова. Ну так давай боевать. Поехали. Че сидишь-то? Я бы твою весь давно всех перебил. Погнали. Да погнали, погнали. Че ты, блядь, тут сиськи мнешь? Пошли. Опа. А где сам святой-то? Подручных святого убивать скучно, я хочу самого святого. Так, ну вижу двух. Трех вижу, а они здесь еще. Выяснил. Хорош.
Две головы подряд — это охуенно. Красиво. Четко. Хорош, блядь. Хорош, блядь. Как много голов подряд у меня летает. Красиво, вот и все. Поняла, как надо, учись, мать. Заходишь, всех убиваешь, и все, и ты на коне. Ты победил. Кто еще стреляет в меня, блядь, вижу. А ты, сука, спокойно присел. Не надо. Блять, кто-то что-то взрывает. Ой, дроп! Это чей? А, это ее. У меня такого навыка еще нет. У меня навыков дронирования еще нету. Ну, типа, я могу их прокачать, наверное. Подожди, стой! Ты где? Хорош. Завязывай нахуй. Ты, блять, как же хуёво, когда он начинает перезаряжаться. Я нажимаю перезарядку, хочу стрелять в это время, а он хуй стрелять, потому что он на перезарядке. Хорош. Куда не выходит? Ну? О, святой, блядь! Ёбаный в рот, какой он быстрый. Какой он сильный. Признаков жизни у агента нет. Это в смысле? Я думал, я хп-шк... Да ладно! Ну ладно. Хорошо. Ну я просто пошел уже на пролом. Я привык, что здесь можно на пролом идти. А что-то меня здесь взяли и убъебали. На пролом не получилось. Ну не страшно, ладно. В святого надо оставить все гранаты, если что. Так, сижу здесь. Хорошо, красиво. Че взрываем? Хорош. Вот как виляй. Ты посмотри, хуй попадешь. Хорош, спокойно. Бля, в натуре дронирует. Она просто дронирует прям божественно. А-а-а! В падении прям охуенно это получается. Он начинает падать, ему пизда. Хорошо. Тихо. Надо было ждать, пока... Я не знал, что он выйдет. Я думал, дальше нужно куда-то идти. Он, короче, взял и вышел. Он в каске, блядь, бронежилете. Какой-то жесткий парень вообще был. Не будем торопиться тогда. Спокойно. Хорош. Как же точно головешки прилетают, обосраться просто. Я гранаты пока тратить не буду, все оставлю на него. Хорош. Вон там еще один сидит. Я же тебе говорил. Бля, это фиолетовый. Его нужно было сразу убить. Все, пиздаем. А вот и все, поехали. А вот святой выходит. Хорош. Надо как-то пробить его броню. Сейчас, подожди. Гренками возьмем. Патрон у меня вроде дохуя. Так, он не пробивается, я понял. Может, как-то дроном попробуешь, нет? Спокойно, не то. Бля, ну он подходит прям очень близко уже. Он меня не видит. А она его ослепляет чем-то, может быть, этим нужно пользоваться. Так, ну 411 ему прилетает, хорошо. На-ка, нахуй. Посмотрим, что Гренка сделает. Хуя она что сделала, да? А, вот и все, все, пизда. Просто тупо заспавил пульками. А святой типа нет? После него никто не убегает? Я думал, должны были все убежать после него, типа обосрались такие. Спокойно. Аккуратно. Вон последний остался, чувачок. Бля, реально должен был святой, после него все должны были съебаться в панике отсюда. Все? Красота. Осталось сводить только дочь той бабенки, которая была в отеле. Нет, не в отеле, а в этом. Я там сидел-то. В театре. Я, кстати, что-то подобрал хорошее, по-моему. Ну-ка. Да, 603. Отличный бронежилет. Это та броня, которую я ему пробил. Охуенно. Тут новые вещи, короче, другого цвета стали, зеленые. Так, здесь все хуйня. Остальное, в принципе, ничего нового не появилось и не подвезли. А, нет, вот, ну это надет уже. Я уведу ее отсюда, когда она придет в себя. Ага. Встретимся в театре. Окей. В театре. Ой, до театра очень далеко идти. Давайте на этом закончим. Такая вот, короче говоря, игра. Tom Clancy's The Division 2. А, первая уже была.
это, собственно, вторая. Играть можно, я так понимаю, в кооперативе, можно приглашать друзей, можно приглашать просто обычных игроков, которые где-то там в онлайне сидят и ждут тоже помощи или просто веселья. Перед каждой миссией, я так понял, можно кого-то зазывать к себе и с ним вдвоем все это дело проходить, потому что проходить дело вот этим тупым ботом, это... не очень весело, а с друзьями, естественно, все будет веселее. Ссылка на игру в описании под видео. Давай. Ссылка на игру в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, инстаграм, комментируйте, ставьте лайки. Всем встречи, следующих игрушечек, ребятушки. Всем пока. Может быть, мы поиграем в нее на стриме, если сильно вам захочется. А может быть и нет. Это все в будущем. Когда-нибудь будет. Все. Всем до встречи. Всем пока. Раньше здесь был мат.